Всем привет! 8 марта подарили букет с розовыми тюльпанами и вот такими гвоздиками. И еще там были какие-то другие цветы, веточки. В общем, до сегодняшнего дня дожили только гвоздики. При том, что они еще набивают бутоны, то есть они еще будут распускаться. Вообще недооцененные цветы. Они так долго стоят, их можно даже просто покупать домой, и они стоят вроде бы дешевле розы. Я раньше думала, что гвоздики — это только для кладбища, знаете, что-то такое связанное, может, с коммунизмом, какие-то эти красные гвоздики. А на самом деле они очень даже красивые. У нас, по-моему, на даче, да, у нас на даче растет гвоздика во дворе, и вот она так сильно пахнет, она даже сильнее пахнет, чем вот эта покупная. И такие у меня еще остались тюльпаны, которые папа подарил, но они уже практически подвяли. Мне их подарили позже, 10-го, что ли, марта или какого-то.